Здравствуйте, меня зовут Екатерина Гордон, мне 37 лет, и я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента. Я мать двоих детей, журналист с 10-летним стажем. Я учредила собственную юридическую компанию и уже 5-й год занимаюсь защитой прав женщин и детей в нашей стране. Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности. И в моей позиции нет ничего мужененавистнического, просто это статистика. После разводов дети чаще остаются с женщинами, и права этих женщин не защищены. Есть очень много популистских тем о том, что наши, что нет, кто хороший, кто плохой, кто враги, а кто свои. А есть реальность. Мы страна матерей-одиночек, на которых всем плевать. Когда-то я принимала участие в оппозиционных акциях, пыталась найти общий язык с прокремлевскими представителями. Я поняла, что все кормятся у одной и той же лоханки и по факту удовлетворяют или свои амбиции, или пытаются заработать на нас деньги. Я не голосовала никогда. И сейчас, в силу опыта, в силу своих убеждений, я хочу воспользоваться этим правом и стать голосом для женщин, чьи права попраны.